Всем привет, меня зовут Сергей Потапов, я из компании CDS, а сегодня мы с вами находимся в жилом комплексе «Черная речка». Мы сегодня с вами посмотрим одну из наших квартир, она большая, семейная, с тремя отдельными спальнями и кухней-гостиной. А начинаем наш обзор, мы здесь, это лифтовой холл, обратите внимание, он выполнен в спокойных, аккуратных цветах, на полу керамогранит, стены тоже выполнены из такого же керамогранита. И давайте посмотрим, что нас ожидает в квартире. На площадке всего 5 квартир, что создает дополнительное ощущение камерности. Каждая дверь выполнена в таком абсолютно одинаковом стиле. Двери хорошие, у них есть декоративная накладка как внутри, так и снаружи. Здесь все неплохо с шумоизоляцией, хорошие замки, и мы надеемся, что собственник квартир оставит двери именно такими, и это позволит поддерживать одинаковый дизайн. В квартире нас встречает прихожая, здесь 3 отдельных санузла. Обратите внимание, что вот эти перегородки выполнены из пазогребня, и если, например, по каким-то причинам вам не нужно отдельные 3 санузла, вы можете убрать перегородки и сделать более широкую прихожую или в одном из санузлов организовать постирочную. А прямо от входа нас встречает большая кухня-гостиная. Кухня-гостиная здесь большая, практически 20 квадратных метров. Она логично разделена на 2 части. Вот здесь может располагаться кухня. Здесь как раз сделаны все выводы для электричества. А в этой зоне можно расположить зону гостиной. И здесь же мы видим выход на лоджию через вот такой большой панорамный оконный блок. Здесь нас встречает панорамное алюминиевое остекление в пол. С одной стороны у нас установлена решетка для того, чтобы разместить здесь блок кондиционера, а с другой стороны расположен дренаж, чтобы воду можно было отводить, минуя какие-либо трубки. 2 из 3 спален расположены в приватной части квартиры. Справа и слева от меня находятся санузлы. Спальни выходят окнами на южную сторону и на закрытый благоустроенный двор. Обе спальни примерно одинакового метража, порядка 15 метров, и обе имеют вот такие 2 стены, граничащие санузлами. При желании это можно использовать для того, чтобы сделать здесь вход в санузел, и, соответственно, вы получите мастер-спальню. Здесь, с другой стороны, у нас расположено большое окно. Как я уже говорил, оно выходит на южную сторону. Посмотрим, как оно открывается. Толстое окно, хорошее остекление, стекла термальные, это будет означать, что здесь никогда не будет жарко. Во всех 3 комнатах окна имеют двойное открывание, и у них нет центральной стойки. Мы находимся в другой спальне, по сути она зеркальная. Обращаю ваше внимание, что стена между 2 комнатами она не несущая, а значит вы ее можете убрать и объединить в одно большое пространство или переместить по своему усмотрению. Около окна в каждой комнате расположены вот такие воздуховоды. Это позволяет вам проветривать помещение, не открывая окно. С другой стороны, мы видим на откосе окна фильтр, что очень удобно для замены. 3-я комната немножко меньше, порядка 12,5 метров, но за счет этого окно здесь кажется очень большим. С другой стороны комнаты расположена стена, и эта стена граничит с кухней-гостиной. При желании вот эту ненесущую стену вы также можете убрать и объединить ее в общее пространство. Квартира находится во 2-м корпусе, этот корпус уже сдан, а значит квартира готова к ремонту и ожидает своих хозяев. Квартира имеет номер 944, для того, чтобы забронировать ее, вы можете перейти на наш сайт cdsspb.ru или приехать сюда в офис продаж, который расположен прямо здесь на объекте CDS Черная речка между 8-й и 9-й парадной.